я хочу презентовать свой бесплатный трехдневный практикум, который пройдет с 16 по 18, 3 дня. В 12 часов дня я буду выходить в прямой эфир со своей страницы, бизнес-страницы «Голос и речь». Кое-что вы будете делать вместе со мной прямо в прямом эфире, а кое-что, такой замечательный инструмент, которым вы, может быть, еще никогда не пользовались, как аудиозапись, вы сделаете дома. И поверьте, вы себя снаружи как бы услышите совершенно не так, как вы себя слышите изнутри. Когда вы сделаете стартовую запись до наших занятий, и вы сделаете еще одну запись, и тогда вы сможете их легко сравнить. В общем-то, задача этого практикума – показать вам, на каких простых упражнениях вы сможете постепенно выработать этот навык и использовать его в жизни, использовать его для своей профессии, особенно если вы человек голосовой профессии, использовать его для общения с детьми, для презентаций, для различного рода ораторских выступлений, в том числе самых простых, которыми являются тосты, к примеру, да? Для общения с коллегами и начальством. Естественно, голос более уверенный, сильный, и воздействие вашей речи, соответственно, совершенно иное. Даже за эти три занятия вы сможете, ну пусть, конечно, не в полном объеме, но уже трансформировать звучание своего голоса.